Почти на 9 миллионов рублей оштрафованы нарушители в сфере благоустройства города. Лидирующие позиции в рейтинге автомобилистов и предприятий – сетедержателей. Первые превратили газоны в стоянки, вторые ведут работы на объектах без ограждений, технических паспортов. Стройплощадки стали походить на мусорные свалки. С начала года административные комиссии рассмотрели в 3 раза больше дел о нарушениях правил благоустройства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, как отметили в мэрии, результат активной работы населения. Жалобы неравнодушных горожан, как правило, содержат фото и видеодоказательства. На любых объектах, а тем более на, допустим, на инженерных коммуникациях, на открытых колодцах, это источник повышенной опасности. И ни в коем случае нельзя, чтобы инженерные коммуникации были в открытом виде. В первый раз за нарушение правил благоустройства придется заплатить от 1 до 25 тысяч рублей, в зависимости от того, на физическое или юридическое лицо выписан протокол. Дальше больше. С каждым повторным административным случаем суммы штрафов возрастают в разы. А злостными нарушителями занимается уже прокуратура.